Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, мы продолжаем говорить о разрыве идентичности. Что же еще нужно сделать, чтобы преодолеть разрыв между наличным «я» и внутренним «я»? Прислушивайтесь к голосу совести. Как бы то ни было, но наша совесть имеет некие взаимоотношения с Богом. И наша совесть является вот этим нравственным компасом, который указывает, где добро, где зло. Если вы не будете глушить ее, если не будете ее жечь, если не будете применять какие-то спецсредства, чтобы ее утопить там, и так далее, она будет постоянно вас обличать, она будет теребить вас, она не будет давать вам покоя, вы будете постоянно слышать эти слова, что ты делаешь, это неправильно. Вы будете осуждать себя, потому что совесть ваша будет осуждать вас. И это вот тот самый нравственный компас, который показывает, что правильно, что неправильно. Где можно смолчать, а где смолчать просто без нравств. Я думаю, вы уже сталкивались с ситуациями, когда кто-то проходил мимо проблемы, когда кого-то там, например, обижали, и человек проходил, не вмешиваясь, когда кто-то не помогал упавшему человеку, думая, что он просто пьян и так далее. А совесть внутри говорила, что ты делаешь, это неправильно, надо остановиться, нужно помочь. Это одно из важных действенных способов преодоления разрыва идентичности. Слушайте свою совесть.